Вам любимая всероссийская акция, которая прошла в преддверии Международного женского дня. Она охватила все субъекты Российской Федерации, в том числе и Ненецкий округ. Тему продолжит Наталья Дуркина. Алдынай Парчин приехала в наш регион не так давно и еще только год работает акушеркой в родильном отделении Ненецкой окружной больницы. Это вторая весна девушки в северном регионе. Здесь у меня коллектив очень хороший, дружный, девчонки очень веселые, дружелюбные, все помогали, подсказывали. Рабочий день как обычно, обычный рабочий день, как выходной день. Я очень рада, что мне подарили цветы на 8 марта. Приятно очень. Спасибо вам, девочки. В преддверии Международного женского дня 7 марта волонтеры ресурсного центра добровольчества вручили работницам аптек, а также родильного отделения тюльпаны и открытки с поздравлениями. По всей стране проходит всероссийская акция «Вам, любимый». И Ненецкий автономный округ тоже присоединился к этой акции. У нас в регионе она проходит с 6 по 9 марта. В рамках этой акции волонтеры ресурсного центра добровольчества поздравляют медиков, да, находящихся на работе в это время, да, вот, фармацевтов, которые работают в аптеках, да, волонтеры Победы собственными руками изготовили цветочки со сладким сюрпризом, и волонтеры Победы поздравят ветеранов и постояльцев Пустозерского дома-интерната. В сам Международный женский день 8 марта волонтеры в аэропорту встречали пассажиров и устроили всем женщинам приятный сюрприз. Неожиданно, очень приятно. Не ожидали, нет. Просто, как всегда, приехали. Думали, родственники, родные, близкие встретят, и все. А тут такой праздник. Еще даже волонтеры наши, знакомые, хорошие друзья. Очень неожиданно и так приятно. Очень. Здорово, просто кто-то придумал, кто организовал это. Огромное спасибо. Акция «Вам, любимые» проходила в регионе с 6 по 9 марта. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, телеканал «Север».